Приветствую вас на канале Раиса Гриченко, дача, сад, огород, цветы. Встретила сегодня своих друзей на рынке с пакетом початков сахарной кукурузы. У них была действительно сахарная кукуруза. Мои друзья далеки от сельского хозяйства, но вот кукурузу любят. А особенно им нравится вот именно такая сахарная кукуруза. Увидев меня, они сразу же завалили кучей вопросов. Почему не всегда молодая кукуруза сладкая? Почему бывает жесткая? И сколько початки варить? Варят они от 30 минут до часа, а она все равно бывает иногда жесткая. Отвечу коротко не только для моих друзей, но и для тех, кто любит летом лакомиться кукурузой. Кстати, кукурузу я тоже люблю с детства. Мои родители выламывали в огороде початки молодыми, нежными и варили. А также мы ее пекли в углях, как шашлык. Когда я впервые попробовала сахарную кукурузу, то больше кормовую, которую мои родители выращивали для корма домашних животных и птицы, я уже не готовила и не хотела ее есть, когда приезжала к родителям. Мало того, я уже покупала семена для себя, семена именно сахарной кукурузы для родителей, и везла в отчий дом. И мама с папой выращивали уже новую кукурузу и ее готовили. Теперь они варили не час, как это было дело с кормовой кукурузой, а по моему совету варили 10 минут. Да, именно для молодой сахарной кукурузы достаточно 10 минут, ну в крайнем случае до 15 минут. Почему так мало? Молодая сахарная кукуруза содержит в себе огромное количество белка, витаминов, микро-макроэлементов. Это очень ценный продукт. И если варить кукурузу больше 15 минут, то вот эти все важные и очень ценные питательные вещества перевариваются и теряется ценность продукта. Так что варить кукурузу сахарных сортов легко и быстро. Все очень легко получается. Укладываю початки в кастрюлю, заливаю холодной водой. Вода должна быть выше початков, довожу до кипения и на маленьком огне варю еще 10 минут. Все, можно вынимать из кастрюли и лакомиться, когда она чуть-чуть остынет. А можно еще и быстрее, и без воды, и без кастрюли приготовить кукурузу. Для этого нужна микроволновка. Да, сейчас микроволновки почти есть на каждой кухне, поэтому очень легко я собираю початки в своем огороде, беру початок, обрезаю кончики с обеих сторон и на тарелочку все укладываю в микроволновку. А вот здесь нужно обязательно установить на полную мощность и время выставляю на 5 минут. И получается быстрее и даже вкуснее, потому что нет воды и не вываривается. Ну и важно, чтобы початок был в своих одежках. Так что не переваривайте сахарную кукурузу и не теряйте ценные вещества и саму сладость кукурузы. Современные сахарные столовые сорта готовятся быстро и остаются вкусными, ароматными. Иногда на рынках продают под видом сахарной кукурузы кормовую. Что в таком случае? Рекомендую просто взять одно зернышко с одной стороны или с другой стороны и попробовать на вкус. Если это кормовая, она будет не сладкая. Если же это сахарный сорт, то он будет сахарным, таким сладким. И даже вкус у сахарной кукурузы особый такой. Ну вот я на вопросы ответила. Теперь можно ставить точку на этой теме. Подписывайтесь на наш канал, и вы будете получать ответы на самые разнообразные вопросы. А сейчас прощаюсь с вами. До следующего видео. Приятного вам аппетита!